Как давно вы занимаетесь вместе танцами? По одной паре стоите? В паре уже танцуем вместе, наверное, 7-й год. Да, 7-й. А что у вас самое лучшее в вашей паре? Какая, ну, изюминка вашей пары? Вы знаете, мы довольно... Два веселых человека, которые понимают друг друга с полуслова. То есть мы почти никогда не ссоримся в паре, и у нас царит такой комфорт и уют, как бы, как будто мы живем в маленькой такой своей семье. Этот турнир для вас был открытие сезона, вот этого осеннего, или уже выступали до этого, после каникул? Нет, как открытие. А как себя чувствовали вот первый турнир после каникул? Волнительно там, волновались или как? Или все комфортно было? Ну, вначале... немного волнения, да. Да, в особенности с того, что, наверное, это был наш турнир, и была такая ответственность перед турниром, чтобы хорошо выступить. Много медалей завоевали, довольны или какое-то чувство есть недовольствия? Ну, конечно же, довольны, но думаем, что, может быть, наверное, можно было бы чуть-чуть получше станцевать, но этот результат нас тоже устраивает. А что было самое такое запоминающееся в этом, на этом турнире для вас? Оформление турнира, сам зал, музыка, все было на высоте, нам очень понравилось, и, естественно, сама организация, то есть наш турнир, наш клуб, еще раз повторюсь, это, естественно, очень важно было для нас. Адекватное содействие. И последний вопрос. Какие задачи стоите перед собой, вот о чем мечтаете, занимаясь танцами? Ну, наверное, на каких-то больших турнирах занимать побольше призовых мест, может быть, даже первых мест, стараться достигать высших целей, каких-то достижений, совершенствовать самих себя. А как думаете, танцы вам помогут в жизни? Ну, не в спорте, а в жизни? Я думаю, да. Любой спорт поможет в жизни, как бы. Танцы – один из них. Ну, танцы – особенный вид спорта. Да, конечно. Пластика, тело, все это стройность, подтянутость, естественно, это будет важно.